Приветствуем вас, дорогие зрители, на новом обзоре украшений от интернет-магазина «Серебряная птица». Сегодня мы с вами вместе полюбуемся на новинки от Приволжского ювелирного завода «Красная Тресня» и также, конечно, рассмотрим уже многим знакомые и любимые изделия. Готовы? Тогда оставайтесь с нами, ведь мы уже начинаем! Представляем вам серьги из серебра 925 пробы со вставкой из искусственного султанита. Мы продолжаем радовать наших покупателей излюбленным камнем, искусственным султанитом. Эти сказочные переливы и игра света и цвета не перестают радовать и восхищать каждый раз при взгляде на эти чарующие украшения. Обязательно присмотритесь к ним и добавьте в свою коллекцию. Высота серёг 30 мм, диаметр вставки 13 мм, паспортный вес 7,5 грамма. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытии оксидированным. Вставка на изделиях – искусственный султанит. И вновь это удивительная вставка, но уже в другом дизайне, который сочетает в себе традиционные филигранные мотивы и нашу знаменитую и прекрасную вставку. Ссылки для заказа изделия находятся в описании к этому видео. Переходите по ним для заказа этого потрясающего комплекта. Паспортный вес серёг 6,1 грамма, а кольца 3,8 грамма. Броши из серебра 925 пробы со вставкой из имитации жемчуга. Ценителям украшений с жемчугом предлагаем обратить внимание на данные броши с очаровательной жемчужной капелькой. Изящные и легкие, они подойдут к любому вашему наряду и легко завершат образ. Паспортный вес изделий 3,5 грамма. Представляем вашему вниманию серьги и кольцо в покрытии оксидирования из серебра 925 пробы и с вставкой искусственный султанит. Теперь этот роскошный камень представлен в еще более роскошной оправе. Полюбуйтесь на эти серьги и кольцо. Такие украшения можно приобрести как по отдельности, так и комплектом. Сейчас, в осенний сезон, как раз пора носить такие украшения. Яркие и объемные. Ширина кольца 19 мм, размер вставки 14 на 10 мм, паспортный вес 4,6 грамма, паспортный вес серёг 9 грамм. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в
покрытие золочения с элементами выборочного родирования. Вставка на изделиях – культивированный жемчуг и фианиты. Удивительное и нежнейшее сочетание жемчуга богатого сине-серого цвета и декоративного элемента в виде волны сразу настраивает на воспоминания и мечты о теплом лете и отдыхе на морском берегу. Пусть лето всегда будет не только в вашей душе, но и в коллекции украшений. Вместе с этим комплектом от интернет-магазина «Серебряная птица». Паспортный вес серег 4,8 грамма, высота 16 мм, а ширина в самом широком месте 12 мм. Паспортный вес кольца 2,8 грамма, диаметр вставки 8 мм, высота 5 мм. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Вставка – культивированный жемчуг. И вновь вставка из жемчуга в нашем обзоре. Посмотрите, какие невероятно нежные изделия получаются у мастеров-ювелиров красной пресни с этим камнем. Серебряное кольцо на тонком ободке, выполненное в стиле скани, украшено одиночной вставкой из жемчужины. Серьги в точности повторяют дизайн, завершая этот прекрасный ансамбль. Ширина кольца в самом широком месте 21 мм, диаметр жемчужины 7 мм, паспортный вес 4 грамма. Высота серег 20 мм, диаметр жемчужины также 7 мм, паспортный вес 6,56 грамма. Комплект из серебра 925 пробы, в который входят серьги и кольцо в покрытии золочения с элементами выборочного родирования. Вставка на изделиях – фианит. Любите ли вы цветы так, как любим их мы? Если да, то однозначно этот комплект из новой коллекции точно должен быть в вашей коллекции украшений. Миниатюрный тюльпан в золочении, который украшают нежнейшие листочки с дорожкой из фианитов. Такой комплект также отлично подойдет и совсем юным модницам. Паспортный вес кольца 1,8 грамма, а серег 2,7 грамма. Представляем вам броши из серебра 925 пробы без вставок, в покрытии оксидирования и золочения. Легчайшее перышко, которое подчеркнет шарм своей обладательницы даже при самом строгом офисном дресс-коде. Носите его на пиджаке, плаще, шарфе или уютном теплом свитере крупной вязки. Стиль и комфорт больше не враждуют между собой, их примирило перо от серебряной птицы. Паспортный вес изделия 1,6 грамма. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы, покрытие золочения и вставка из культивированного жемчуга и фианита. В прошлом обзоре мы показывали такой комплект с белой жемчужиной.
И вот, посмотрите, настоящее очарование осени и спелых яблок. Какой удивительный цвет вставки. И теперь он доступен к заказу на сайте нашего интернет-магазина jumagazine.ru. Высота серёг 17 мм, диаметр жемчужины 9 мм. Паспортный вес серёг 5,7 грамма. Паспортный вес кольца 4,3 грамма. Представляем вашему вниманию кольцо и серьги из серебра 925 пробы. Покрытие золочения и вставкой из великолепнейшего ювелирного стекла прециоза. Элегантные и невероятно стильные украшения. Только посмотрите, как кольцо и серьги сочетаются между собой. До такой степени, что даже серьги внешне напоминают кольцо. Абсолютно универсальный комплект, подходящий под любой ваш образ. Паспортный вес кольца 1,54 грамма, паспортный вес серёг 4,74 грамма. Серьги из серебра 925 пробы в покрытии родирования и золочения с элементами выборочного родирования. Вставка на обоих изделиях – фианит. Универсальные серьги, которые могут дополнить даже имеющееся у вас любое кольцо. Они смотрятся на ушке очень аккуратно и изящно. Успейте приобрести их прямо сейчас. Ссылка для заказа находится в описании под видео. Паспортный вес этих серёг 3,8 грамма. Браслеты из серебра 925 пробы в покрытии золочения и также есть вариант без покрытия. Браслеты без вставок и с регулятором длины. В нашем каталоге есть прекрасный комплект кольца и серёг день и ночь. Хотите его дополнить? Выбирайте эти браслеты. На них также изображены солнце, а с обратной стороны браслета – луна и звезды. Пусть этот восхитительный браслет станет вашим настоящим талисманом, отражающим ваше настроение. Паспортный вес браслета 4,7 грамма. Представляем вашему вниманию комплект, в который входят кольцо и серьги из серебра 925 пробы, в покрытии оксидирования и без вставок. Посмотрите, какой необычный подход к классическому комплекту украшений в традиционном стиле от красной пресни. Как оригинально филигранные узоры сочетаются с геометрическими орнаментами на украшениях. Паспортный вес серёг 4 грамма, а кольца 3,3 грамма.
Подвеска из серебра 925 пробы, без вставок. Посмотрите, есть вариант в родированном покрытии, а есть в покрытии золочения. Удивительно романтичная и трогательная подвеска с двумя влюбленными, обнимающими друг друга. Отличный подарок для второй половинки или для себя, чтобы любовь всегда была с вами. Паспортный вес подвески 2,3 грамма. Представляем вам ситечко из серебра 925 пробы без покрытия. Вновь удивительное ситечко для доброго семейного чаепития, на этот раз в виде аппетитного яблока. Впечатляйте гостей и домашних, и пусть каждый холодный вечер будет уютным и веселым. У ситечка имеется крепление на чашку. Паспортный вес изделия 24,3 грамма. И на этом мы завершаем наш обзор. Мы благодарим каждого зрителя за внимание и комментарии. Нам очень приятно и важна ваша обратная связь. Всегда ждем вас на нашем сайте jumagazine.ru. Искренне ваша, интернет-магазин «Серебряная птица».